Площадь экрана iPad подразумевает расширенные возможности рисования, которыми iPhone не может похвастаться в силу своих размеров. Однако лишь единицы действительно используют планшетник в качестве инструмента для рисования и хранения своих творений. Еще меньше людей пишут в нем от руки. С Bamboo Paper вести заметки станет чуточку легче. Инструментов рисования здесь немного, что объясняется совершенно иной направленностью приложения. Wacom создали Bamboo Paper в первую очередь для тех, кто приобрел специальный стилус для iPad. Вести заметки с таким стилусом действительно удобнее, но работать с приложением можно и без него. Механизм сглаживания линий делает записи приятнее на вид. Поддерживается разлиновка на прописные полосы или клетку. Так что в теории Bamboo Paper может оказаться полезным приложением для ведения заметок и записи материала на уроке или на паре. До 1 июля приложение бесплатно.